300-я отдельная мотострелковая бригада. Первому батальону, третьей роте. Пацаны, как вы? Призыв 1-11, hey, как вы? Как добрались домой, как дела на гражданке? Не знаю, как вы, а я уже забыл про службу. Для этого на самом деле время много не нужно. Когда распорядок дня тебя не касается, когда ты делаешь лишь то, что тебе нравится. Если армейские шутки больше не смешны, значит отслужили больше никому не должны. Первый батальон, hey, ну как ты? Как обстоят дела с боевой подготовкой? У вас поди все так же, тактики огневые и неделя тревог утром со всей сноровкой. Как там Олешкин по-прежнему ебет мозги? Его методы порой смешны, порой жестки. Не говорит, что типа вы уже мужики, а по-прежнему играете в письки-жопки. Как там комбат в хорошем настроении? Вот уж кому, а ему лучше не попадаться. Он устроит то, от чего не будет спасения. Например, пожар, в общем, будет чем заняться. Третья рота, эй, ну как ты? Как у вас дела и как несете службу? Слышал, Кобра перевелся, что ж, поздравляю. Теперь Фролов командир, а это то, что нужно. Он мужик справедливый, и если есть косяк, проходите в брониках, без этого никак. Слышал, Некрас перевелся, повезло вам всем. Но без Некраса служба — это не то совсем. Караульные псы, эй, ну как вы? Несете службу бодро, ни на что не отвлекаясь. Да ладно вам, мало ли что пишут в книжках. По любой, как мы, щемите на вышках. Давайте осторожно, не спалитесь, парни. Можно все, но без палева, ведь так живут в армии. Кстати, как там разводы, обязанности? Знаете, учите все дословно, старая бабка Драгина. Мы отслужили свое, больше никому не должны. Спасибо Печенгов, пацаны, мотострелки. Призыв 1-11, и кто служит после нас? ДМБ, не БМВ, будет и у вас. Мы отслужили свое, больше никому не должны. Спасибо Печенгов, пацаны, мотострелки. Призыв 1-11, и кто служит после нас? ДМБ, не БМВ, будет и у вас.